С 1 по 6 августа ТО «Павлодарские тепловые сети» проводят гидравлические испытания. В некоторых частях областного центра будет приостановлена подача горячей воды. В жилых домах будет отсутствовать горячее водоснабжение в границах улиц 29 ноября, Естая, Абая, Кривенко, Малайцы, Рыбатыра, Камзина. А также воды не будет на 2 Павлодаре, Восточном микрорайоне, поселок Зеленстрой, в микрорайонах Усольский, Дачный, Достык, Сарарка. Просьба в указанный период проявлять осторожность в местах прохождения тепловых сетей. По всем выявленным замечаниям и нарушениям звонить по телефону 570751, диспетчерская служба тепловых сетей, а также 570113.